Всем привет, с вами Родригес, и мы продолжаем проходить дальше Assassin's Creed Rogue. Так, ну что ж, пойдемте. Куда нам нужно сейчас двигаться? Основное задание? Вау, как здесь высоко. Отличный прыжок. Ребятки отдыхают. В картишке. Молодцы. Куда? Куда ведет след тамплиеров? Лайм, чтобы ты отдался на волю случая? Не ерничай. Поле боя выбираем мы. И где, как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Только одна зацепка. Надеюсь, она приблизилась к артефакту. Так Эфилиас поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли у Макандалиша. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи и манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это покажи. Сделай это для всех нас, и увидишь, как все изменится. Лайм, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записывает, подсчитывает, собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Лайм, ты вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына. У него только один сын, Коннор. Значит, как наследника. Коннору отойдет дом, а тебе звание. Увидим. Как скажешь, принц-реген братства ассасин. Еще раз так назовешь, за борт выкину. Ну вот мы на старом добром кораблике нашем бороздим просторы. Так. Посмотрим карту. Карта у нас огромная. Ох, ничего себе, на какая большая, а? Так. Угу. Разберемся по ходу. Так, это что такое? Перезаряжаю! Заряжено! По льду проезжаем, он, кстати, не ломает наш корабль. Так, швартуемся. Отдать якорь! Я уж думал, это было по нам стреляли. Мне было такое прям ощущение. Так, что здесь? Утреннее построение. Так, нам сюда. Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. А, вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь.
Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на антикости. Заодно посмотрим, как переживет это плавание твоя лохань. А насколько надежны эти пираты? Они мне как братья, Шей. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. Вот бы англичане поняли, что именно тамплиеры управляют ими. А что, тамплиеры и в самом деле управляют колонией? Не совсем, но их влияние весьма велико. А что шпион, как его? Охотник не твоя забота. Он верен нашему братству. У него есть друзья как во французском, так и в английском флоте. И он знает о том, что происходит на просторах Атлантики лучше, чем все мы. Лайм, а расскажи мне про Адеваль. Ты же Джаком восхищаешься? Да. Как-то мне выпала честь с ним работать. Мало кто так же предан нашей идее. А это не все. Адевали стал легендой еще до прихода в братство. Он был пиратом. Грозой Вест-Индии. Водился даже с черной бородой. Вудсом Роджерсом и Калика Джеком. А кто это? Подзорная труба. Удерживать Е. Мы приближаемся. Капитан, английский корабль. Ему только пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его ко мне. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Ну что, думаю, мы не учти, на скольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с... А, взять на абордаж. Давайте попробуем. Возьмем на абордаж. Покажи им, капитан. Время пришло, на абордаж. Добыча абордаж. Наша. Капитан, не стреляй. Отлично. Так, ну что ж, можно... Ах ты. Чё, всё? Захватили. Я даже туда не спускался на борт. Так, починить Морган, избавиться от вражеского корабля. Починить нам не... В принципе, нам надо починить. Давайте починим. Море в этих местах опасное, капитан. Я бы посоветовал укрепить Морган. Хороший капитан на ближайшем порту. Хороший можем совет. Купить что-нибудь полезное. Не знал, что на Гаити есть кто-то из братства. Есть. Их наставник Франсуа Макри. Многие маруны стали его учениками. Это сбежавшие рабы и их дети, да? Да. Как грустно. Спаслись от ужасной участи, но погибли в этой катастрофе. Но Гаити — французская колония. Все верно. Здесь ассасины служат королю, а на Гаити французы держат в рабстве тех, кого освобождает братство. Ассасины действуют вне границ государства. Так, ну вот мы нам уже точно близко. Сюда? Тут же только рыбаки, да их сети. Да, в Терсе полным-полно рыбаков. Но и для нас кое-что найдется. Сначала тут рыбачили французы, но Георг все пытается их потеснить. А местным деться некуда. Опа.
Обожаю так делать. Улучшение корабля. Вы можете улучшить свой корабль у капитана порта. Вам понадобятся ресурсы, которые можно добыть различным действием при абордаже кораблей, грабежей лагерей, снабжении фортов... Ага, понятно. Ну давай. Что задумали, капитан? Улучшить корабль. Так, продать. Что у нас есть? Продажа груза. Табак. Продаем. Ткани. Так, по-моему, нам не надо, да? Камень, я что-то не знаю, кстати, сомневаюсь. Так, это пока оставим. Покупаем. Улучшение Морриган. Так, корпус. Бортовые орудия. Давайте делаем новый корпус. Корпус очень важен, кстати. Ну и бортовые орудия тоже. Теперь у нас 11. Сколько у нас пушек? 9. No! Необычное дело. Ну вот, уже получше. Отправляйтесь в форт на острове Антикости. Может быть, сюда заглянем? Что здесь у нас такое? Где-то здесь сокровищница. Она наверху. Так, нет. Процветание. Ух ты. Увеличить доход. Я понял. Так. Освободить заложников, не оставаясь замеченными. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Не на ту кнопку нажал, но все равно вроде бы. Бесконечно благодарен вам. Вы герой. Да, какие проблемы, ребят. Мне прям повезло сегодня. Но все равно мы красиво сделали. Так, а здесь у нас закрыто. Тихо, да пройди нормально просто. Таверна. А, ну пока... Эй! Началась потасовочка. Есть. Минус один. Еще. Так, ну что ж, мы теперь таверна наша. Получить сведения. Странно.
продолжать до тех пор, пока трактирщик не сможет дать вам информацию. Нажимаю. Как-то он не хочет мне давать информацию. Нанять команду. Давай, в принципе, чё? Деньги есть. Полная команда теперь у нас будет. Ладно, пойдемте. Как отсюда выйти? Игрок. Так, а здесь у нас что здесь находится? Вот это что такое? Заработать много. Ух ты, точка обзора не синхронизирована. Давайте попробуем. Заработать много можно. Так, где-то здесь наверняка можно обойти как-то и залезть. О, мне кажется... Я слышу звук, который... А, вот она, да, нашел фрагмент. Так, мне нужно оружие. Да, вот так. Угу. Так, давайте еще спрячемся. Сейчас вот этот пойдет сюда, и мы его возьмем. Давай, уже иди. Аж. Опа. Отлично. Работаем тихо. Так, ну чё, палаточка-то вот она. Где-то здесь. Нам нужно, видимо, поджечь. Если я правильно все понял. Давайте подождем. Шандарахнет не по-детски. Так, где-то здесь еще сундучки. Сундучок. Осторожно. Так, и еще наверх. Yeah.
Ну вот, еще одна вышка. Давайте всю охрану уже уберем, раз. Так. Стрелок нас спалил. Давайте, идите сюда. Готов. С топором это уже серьезнее. Je suis sûr que ça venait d'ici. Ну что, давай. Иди сюда. Ах ты, спалил нас, а? Есть. Ха, он слазит, мы залазим. Ты куда? Ты куда полез? Есть. Спонтанно все, конечно, было. Сумбурно. Так, я вот единственное здесь не могу понять, что здесь нужно-то. Ладно, ну я думаю, мы его захватили. Пойдемте вниз. В воду. Кстати, в воде здесь вообще долго нельзя, потому что вода холодная. Он может прям замерзнуть здесь. Сундучок на корабль. Немножко порезвились. Охотник уже ждет нас. И за работу. Море в этих местах опасное, капитан. Но за Морриган я бы не беспокоился. Так, прекрасно. Паруса. Еще паруса ждать! Риф поселяй, промселя! Лейселя долой! Парус... Кругом айсберги. На корабль это, походу, не влияет, но... Но все же замедляет. Нас не заметили. Снова рыбаки из Персе. По курсу враг! Они топят рыбачьи лодки. Думаю, кто-то посмел нарушить их границы. Русы поплатятся. И, кстати говоря, они мешают нам подойти путь на антипутство. Что скажете? Может, потопим их всех? Кто это веки, я соглашусь с тобой, Шей. И не такое бывает. Корабли за 3 минуты. Давайте попробуем.
Так, неплохо. Есть один. Хорошо, попали. Так. Ага, они нам не ровня. Бли! Меньше ход! Бли! Еще один есть. Прекрасно. Вроде победу! Отдать все! Вперед! Все паруса! Огонь! Ох, как мы хорошо попали по нему. Шикарно, шикарно. Продолжим. Вот-вот мы ступим на берег Антикости. Есть, мы успели. Шпион уже ждет нас. Надеюсь, охотнику есть что рассказать про манускрипт. А может, он уже вообще выяснил все, что надо. А может, я император Рима? А вы Цезарь. Соленый воздух, чистое небо. Думаю, только в море человек может быть свободен. Что скажешь, Лайм? У нас есть задание, Шей. Не отвлекайся. И в чем же смысл свободы, если даже не вздохнуть спокойно? Наконец-то. Антикости. Охотник ждет там. Надеюсь, он знает, где искать манускрипт. Равина Гитовы! Бордуйся, Шей. Вот мы и на Антикости. Поговорите со шпионом. Так, что не это? Я ж нажал. Капитан ведет! Вперед, Шей! Встретимся в форте. Якорю! О! Долетим? Неа. Корабль идет ко дну! В ледяной водичке, ох, как неприятно. Не ром, а помои! Ну-ка! Это не ром! Это вода жизни! Какая еще вода? Пески! Черт, это помои! Что здесь происходит? Ладно, пойдем сюда. Ну, Луи Жозеф. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей, надо найти его. Спасибо вам, сэр. Ну что ж, дорогие друзья, на этот раз мы выполнили задание на все 100%. Я думаю, на этом мы будем завершать. Увидимся в следующей серии. С вами был Родригес. Я вам желаю хорошего настроения. Всем пока-пока.